этой стороны форт, вон там бесяды, пенькие бесяды. Дорога на Карварии, Славске. Ну, не верю. Это не еда. Или это не те гроховцы. Или это не те гроховцы. Или не же. Круг или то был пикас. Да. Здесь нету. На круг ли было, а на тым круг да нема. А где тут? Я последовал, надеюсь, еще спуском таблица. Вот таблица видит. Да, если бы я знал. Какой идеалы здесь. Ну, короче, я обошел этот форт. Ни хрена нового, ни хрена интересного. Сидим, марш дадим. Надо забраться там еще раз глянуть. Ладно, идем и то. Ты проклятые дороги, блин. Ну давай, просто зайдем еще раз. Смейте, подожди. Ну нихуя нема.
Просто нихуя нет. Охреновый форт. Добре, если то Гроховцы, ставим на нем крыш и ну его калаху. Что это за форт, где нема дойти до него? Дойти до него. Таких уже не вход такой, если бы там было таблица, информация. Тут ни хрена. Ну и где же тут центральный вход? Где же эти бункеры? Наверное, в форте Крухеля их-то было. Видите? Терен такий. Да. Вот в тем. Тими дзевами там, дзевками там, форт. Если тогда еще до дійсно є там певно, що це за форт. Нема ні таблиці, ні. Навіть до Крухель, до Липник, вже там багує ні з ним. І то було. А там были такие великие зденьки. Может, то не тен. Может, то какие-то вспомогательные, а тен форт. Бляха с тем интернетом долбаный. Но... Ну, спробую еще. Вытечка
якийсь форт, але таких, ну, не бендя не мовить. Хреново, якщо то Гроховці, але це свонки, там на дзвінцях були, певно, інні. Це якась зараза. Заплінч. Трогу. На форт знесення ще раз. Всім до тої холери. Невідомо, де б щось. Ай, пусть от кургана. Ні, ну, бо не було інтернету. Ну, пеньки. Кончится в Индии. Зовем за сыном. На Сан-Сиро бы съездить.